Шестиклассники 5-й школы решили начать патрулирование со своей территории. В составе трудового десанта друзья-подруги из 3 параллельных классов. Обычно после уроков они спешат домой. Сегодня, невзирая на утомление и голод, остались на субботник из идейных соображений. Это наш дом, это наша земля, по которой мы ходим. Мы не должны мусорить. Мы должны постоянно помогать земле, ведь природа – это главное, что есть вообще в мире. И побольше вот таких акций, будет все хорошо. Снег на улицах города растаял буквально на днях. Теперь вместо белого чистого покрова – островки грязи, среди которой порой возникают самые неожиданные предметы. Валяются на улицах не только предметы обихода, но и человеческого гардероба. И это при том, что специальные баки находятся буквально в нескольких шагах. Новоуренгойцы мусорили всю зиму. И за долгие месяцы сор буквально въелся в землю. Иной раз, чтобы достать его, нужно приложить максимум усилий. Давно отслужившие свое, таблички-указатели, не несущие никакой информативной ценности, серьезный источник опасности для дошколят и учеников начальных классов. Особый колорит в местность между 5-й школой и детсадом «Березка» вносит брошенный автомобиль, мусор внутри которого все еще скован ледяными стяжками. Люди используют ее как мусорку. Мы, конечно, убрали все по краям, но убрать эту машину мы не в силах. Я обращаюсь к тем, кому... На ком лежит эта ответственность? Пожалуйста, уберите эту машину. Нам, школьникам и ученикам детсада, неприятно смотреть на этот мусор. Не все из участников сегодняшней акции восприняли ее положительно. Но, как известно, труд облагораживает человека. Его отношение к физической работе меняется в ходе самого процесса. Изначально мне этого не хотелось сделать, а потом я подумала, что действительно тут очень много мусора. И согласилась помочь моим друзьям прибраться. За час наполнено почти 10 мешков. Несколько десятков квадратных метров буквально засияли чистотой. И только мусор теперь навсегда ограничен в свободе. Участники экопатруля призывают последовать их примеру. И для этого у них имеется довольно веское основание. Мы